Поселок Имбинске, в котором я вырос, находится в Кежемском районе, за сотни километров от крупных городов. А какой здесь воздух? Таежный. Со всем, что здесь находится, мне связаны свои истории и теплые воспоминания. Сейчас в Имбинском живут мои родители, а рядом с их домом находится детский сад и школа, в которой я учился. Ездить в тайге, и поэтому Максима я встречаю одно. Но мы любим вместе погулять и поболтать обо всем на свете. Но любимым местом в поселке была и остается библиотека, которой руководит моя мама. Она уже который раз признается лучшей сельской библиотекой в Кежемском районе. Все потому, что для жителей поселка чтение – одно из любимых развлечений. Здесь всегда полно ребятишек и взрослых. За новостями большого края тоже следят, поэтому Енисей в Имбинском знают и любят. В поселке Имбинске прошло мое счастливое детство.